Приветствую вас. Ну, во-первых, даже по, наверное, вашему нику можно предположить, что вы себя несколько недооцениваете, потому что отзываетесь о себе в таком, на мой взгляд, немножечко, ну, таком пренебрежительном тоне, да, то есть вы называете себя Сонькой, вот, то есть не Соня, да, а Сонька, вот. То есть, мне кажется, что это, ну, это далеко не лучший расклад, который можно предположить, да, вот. Это первое. А второе, вы говорите, правильно ли я поступила, да, вот правильно ли я поступила, чтобы что, вот, то есть это, мне кажется, очень важный момент. И нужно понимать это. Вот. То есть, чтобы что? Понимаете? То есть, в принципе, если вы хотите общения, да, вот, то это ваше право, и это нормально. Но вопрос в том, что вы сами, видимо, не уверены в себе, да, вы сами, ну, как-то вот сомневаетесь в себе, понимаете, какая штука, вы сами не уверены в том, что вам нужно, вот. Поэтому вопрос здесь, на мой взгляд, именно вот к вам, да, то есть к тому, насколько вы уверены в том, что вы хотите, в том, что вы считаете, ну, это правильно, то есть не сомневайтесь. Не сомневаетесь ли вы, да, в себе, знаете, какая штука, если вы, там, допустим, в себе сомневаетесь, то, если вы в себе сомневаетесь, то, естественно, ваши отношения с мужчиной, ну, будут крайне, ну, тяжелыми, понимаете, какая штука. Поэтому вот примерно как-то так. То есть, если вы хотите для себя какого-то уровня, определенного уровня общения, да, то понятно, что для него нужно, его нужно требовать и его нужно отстаивать. Это понятно. Но лучше, если вы будете
сразу об этом говорить своим, ну, своим мужчинам. Вот. То есть будет лучше, если вы сразу будете демонстрировать партнерам, да, что вы хотите, вот, а что нет, понимаете, какая штука. Поэтому я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. А вот, в принципе, я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. А правильных, именно вот правильных поступков, именно правильных решений, правильного выбора здесь нет. И быть не может, в принципе. Потому что у всего будет цена, и у всего будет какая-то негативная история. Поэтому имеет смысл все-таки вам решить, чего вы хотите для себя. И если вы для себя хотите более такого вот чувственного взаимодействия, да, вот, ну, соответственно, в таком случае, я думаю, что это что это нужно просто отстаивать, вот, и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку, за оценку моего ответа в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот. И вы обретете гармонию. Вот. Всего вам самого доброго и удачи.